Сколько 8 марта 2014 год? Пророссийский митинг. От Ленина, от памятника Ленину. Уже все ушли, я так вижу. Все переместились сюда. Ну, митинг, конечно, гораздо более малочисленный. А, уже пошли петарды. Гораздо более малочисленный, чем во время штурма. В прошлый раз, когда внутри были представители Евромайдана, силы Евромайдана. Алло, Тань. Да, звонил, Танюш. Смотри, сейчас тут связь обрывается. Давай либо возле памятника Ленина, либо возле метро выход, там, где Куленичи. То есть стойте там. Хорошо, вот будьте в районе Куленичей, ждите, пока я не подойду к вам. Потому что связь может оборваться, тут народу много, мало ли что будет. Ага. Ну, купи что-нибудь, не знаю, может, домой возьмем. Ага. Все, давай, целую. Да, как силы просто, может, я же говорю, там, с милицией один к одному, и шансов на какие-то прорывы я бы оценил как нулевые. Сейчас в зоопарке больше народу, чем здесь на площади. Так. 14.35 по Киеву, а в зоопарке сейчас как раз просят поддержать своим посещением животных, дабы они не стали, как выразился, не знаю, кто там из администрации выразился, своеобразной небесной сотни с голода не померли животные. Ну, в общем, это так.